Добро пожаловать на программу «Рассвет пробуждения». Я ее ведущий Гермес Фалькао-младший. Сегодня я рад сообщить вам, что мы начинаем новую серию программ. Мы только что вернулись из потрясающей миссионерской поездки в Бразилии, город Бразилия. С нами в команде были люди из США и Финляндии. Поездка была полна сверхъестественных чудес от Господа. Бог давал нам мощное слово. Было сильное поклонение. Бог спасал и освобождал людей. Люди приходили к Христу и исполнялись Духом Святым. Мы также привезли с собой большое количество продуктов для бедных людей. Мы привезли одежду и игрушки. Это было чудесно. Сегодня вы увидите трансляцию одной из церквей, где я проповедовал на тему «Что ты делаешь для Царства Божьего, для продвижения Царства Божьего на земле? Как вы проживаете свою жизнь?» Я уверен, что это послание окажет на вас мощное действие, как это было с теми, кто присутствовал на этом собрании, и с членами нашей миссионерской команды. Я уверен, что вы можете делать для Царства Божьего больше, и что ваша жизнь имеет особую цель от Бога. Мы начинаем с поклонения в поместной бразильской церкви. Vai começar a festa, Deus está nesse lugar.
Благодарю вас. Приветствую вас. Я с нетерпением ожидаю, что будет делать Бог. Аминь. Аллилуйя. Я чувствую в себе столько энергии. Я с особым трепетом отношусь к силе Евангелия. Если Евангелие не цепляет ваше сердце, не трогает вас, то с вашей христианской жизнью что-то не так. Если ваше сердце более захвачено интересами этого мира, чем Евангелие, то вам еще предстоит пережить радикальные изменения в вашем сердце. Я люблю футбол, но это не идет ни в коем сравнении с тем, насколько я сильно движим Евангелием. Эти два понятия вообще нельзя сравнивать. Евангелие должно захватывать вас. Евангелие — это добрая весть. Церковь должна кое-что уяснить для себя. Я говорю о ценностях Евангелия. Попробуйте задать себе вопрос. И это напрямую касается сегодняшней проповеди. Что вы делаете для продвижения Евангелия в практическом смысле? Как только я допью бутылку до конца, тогда готовьтесь. Ну, разумеется, я шучу. Но в этой воде реально есть нечто особенное. Аллилуйя. Я люблю газировку. Повернитесь к своему соседу и скажите: «Пей воду». Повернись к другому и скажи: «Пей помазанную воду». Что вы делаете для продвижения Евангелия? Что вы делаете для того, чтобы помочь? Чтобы принимать участие в том, чтобы Евангелие Царства возмещалось на земле. Потому что это четкое повеление, данное Церкви. Бог оставил нам поручение. Иисус оставил нам поручение. Он дал нам власть и силу идти по всему миру и проповедовать Евангелие, проповедовать добрую весть. Этот мир полон плохих новостей. Стоит только включить телевизор. Преступления, убийства, насилие, войны, изнасилование, военные слухи, кризис в политике, экономический кризис, бедность, различные конфликты и так далее и тому подобное. Если ты будешь питать себя только плохими новостями, ты просто впадешь в депрессию. Но Иисус сказал: когда увидите все это сбывающимся, воспряньте, приободритесь. Близко избавление ваше. Он не сказал: когда увидите это сбывающимся, свернитесь калачиком на полу и плачьте, говоря: я совсем один, я совсем потерян. Но когда вы видите это сбывающимся, протяните ваши руки к небу. Обратите свой взор к небесам. Есть нечто особенное в тех, кто ходит с Иисусом, в тех, кто облекся в Него. Фарисеи замечали эту особенность в учениках Иисуса.
Они удивлялись Петру и Иоанну. Как такое может быть? Эти люди не образованы. Но они были с Иисусом, и в результате они начали говорить, как Он, делать то, что делал Он. Они стали больше походить на Него. Они делали такие же дела, совершали такие же чудеса, какие делал Иисус. Почему? Потому что они были с Иисусом. И сегодня церковь нуждается в таких людях. В людях, которые пребывают в Иисусе. Кто переживает что-то с Иисусом? В людях, которых пронзил огонь Святого Духа, и Он пребывает с ними. Слава Иисусу! Сидя в первом ряду, я в трепете просил у Бога: «Господь, о чем Ты хочешь, чтобы я проповедовал сегодня?» Это касается тех, чьи сердца горят, чтобы делать что-то для Иисуса. Вы переживаете особое преображение. И примите силу от Него. Вы примете особый огонь от Господа. Вы примете дерзновение от Него. Аллилуйя! Бог говорит: «Я высвобождаю некоторых людей на этом месте для великого поручения. Я высвобождаю вас, чтобы вы могли делать то, для чего я вас призвал». Люди долгое время кормили Бога отговорками. «Господь, я не могу по такой-то причине или по другой причине, потому что у меня нет для этого средств». Послушайте, если Бог вас ведет, Он даст вам на это обеспечение. Он дает свое божественное обеспечение для каждого видения, которое от Господа. Люди говорят: «Я хочу обеспечение». А есть ли у тебя видение от Бога? Потому что Бог дает свое обеспечение на получение вами видения от Бога. Без видения не будет и обеспечения на это видение. Обеспечение приходит на видение, и никак иначе. Это важно понимать. Люди бесконечно оправдывают свое бездействие перед Богом, потому что они не служат Ему. «У меня нет денег». Если только вы решили сделать шаг веры, Бог сделает все остальное. Все, что будет необходимо. «Мне не хватает смелости». Послушай, если ты сделаешь шаг веры, то я уверяю тебя, я гарантирую, что Дух Святой сойдет на тебя и даст тебе необходимую смелость и дерзновение. Раньше я был очень застенчивым человеком. Я вообще был другим тогда. Я был замкнутым, очень стеснительным. Я был интровертом, и в школе надо мной посмеивались. Другие мальчишки не принимали меня в свою компанию. И
У меня было не самое легкое детство. И поэтому, когда мне говорили, что я буду в будущем проповедовать Евангелие, я был в шоке. Я? Не думаю. Я не смелый человек. Все дело в том, что внутри нас Христос. Поэтому не нужно думать так о себе. Я на это не способен. Нет, я не могу. Речь вообще не в вас. Все дело в том, что в вас живет Христос. Истинная христианская жизнь состоит в том, что вы отдаете Богу свою жизнь и позволяете Христу проживать в вашем теле, жить через вас. Вы его руки и ноги в этом мире. Вы его голос в этом поколении. Я хочу, чтобы вы сегодня задумались о том, что вы лично делаете для продвижения Евангелия. Возможно, вы очень заняты, и в вашей жизни так мало Евангелия. Вы вечно заняты делами этого мира, и вы совершенно забыли о вечности. Послушайте, люди тратят многие годы своей жизни, чтобы заработать себе на пенсию. Я не говорю, что это неправильно. Конечно, мы должны заботиться о нашей старости. Ну вот, что я имею в виду. Мы тратим столько сил, заботясь о коротком промежутке времени, в 15-20 лет. Может быть, от силы 30. К этому периоду люди готовятся много лет. А вот встретить вечность люди совсем не готовы. А ведь вечность — это вам не каких-то 15 или 20, а то и 30 лет. Вечность — это то, что никогда не закончится. Но вы знаете, что в небесах мы будем получать награды. Награды для тех, кто здесь на земле платил цену. Вы скажете, но Гермес, я спасен благодатью Божьей. Да, мы спасаемся по благодати, но у Бога есть награды для тех, кто прилагал усилия для продвижения Царства Божьего здесь на земле. Послушайте, все, что вы сейчас имеете, это дал вам Бог. Вы пришли в этот мир ни с чем. Вы родились нагими. Вы пришли в этот мир с пустыми руками. И точно так же будет, когда вы будете покидать этот мир. Вы придете в другой мир нагими и ничего не возьмете с собой, кроме одного. Вы сможете взять с собой на небеса людей, которых вы привели к Христу. И то, что вы сделали в своей жизни для продвижения Евангелия, это все, что вы сможете взять с собой. И это прозвучит эхом через всю вечность. То, что вы сделали для Царства, пребудет вовеки. А все, что вы сделали в своей жизни сугубо для себя, для своего удовольствия, однажды прекратится. Это пройдет. А то, что вы делаете для Царства, пребудет вовек. Послушайте меня внимательно, друзья. Вы можете отдавать себя или отдать то, что имеете, только ради того, что для вас действительно ценно. Я купил себе эти часы.
У него на руке нет часов. Но представим, что они есть. И его часы на руке просто невидимые. Когда я покупал себе эти часы, я видел их цену. И я решил для себя, что эти часы действительно стоят того, чтобы за них заплатить такую цену. Я заплатил эту цену за эти часы. Я высоко оценил их. Они представляют для меня ценность. И поэтому я принял решение заплатить за них такую цену. Я проанализировал и оценил, что эти часы стоят того. Люди покупают себе хорошие автомобили. Здорово иметь хорошую машину, не так ли? Если вы купили себе Mercedes или Range Rover, для кого-то я покупал в точку, да? Кому из вас нравится Range Rover? Аминь. Аллилуйя. И в этом нет ничего плохого, это не грех. Порой церковь перегибает палку и ведет себя глупо. Считается, что чем вы беднее, тем вы более духовный. Но бедность не делает тебя более духовным. Просто ты более ограничен в своих же возможностях, и все. Я говорю правду. Нет ничего набожного и святого в бедности, так каковой. Это не признак святости. Но если ты беден, это не значит, что ты святой. Библия призывает нас заботиться о бедных. В Священном Писании сказано, что мы должны заботиться о сиротах и вдовах. Ну, правда же? Для того, чтобы провести сегодняшнюю благотворительную акцию, мы взяли в аренду большой грузовик с прицепом и раздали бедным тонны продуктов. Если бы у нас не было средств, мы не смогли это сделать. Поэтому в Царстве Божьем, если Господь вас благословляет, это не только для вас, но чтобы благословлять народ Божий. Все, что Бог вам дает, имеет большую цель, чем просто ваши планы и нужды. Вы должны правильно распоряжаться тем, что вам доверил Бог. Будь верен в малом, и Бог поставит тебя над большим. Слава Господу! Я верю, что это послание коснулось ваших сердец, что вы почувствовали побуждение от Бога в своем сердце. Подумайте о том, что вы могли бы сделать в вашей жизни, чтобы продвигать на земле Царство Божье. Еще так много душ нужно спасти, и так много потерянных еще не пришли к Христу. И мы с вами можем быть теми, кто является каналами благословения для избранных и отверженных людей. Мы с вами посланники от имени Христа, и я хочу помолиться о вас. Если вы желаете, чтобы Бог использовал вашу жизнь могущественным образом, может, вам нужно поехать в миссионерскую поездку или делать больше для своей поместной церкви, может, вам стоит больше проповедовать людям, которые еще не обрели Христа, завоевать души для Бога и молиться за больных людей. Мы можем инвестировать в Царство Божье по-разному, но я хочу молиться, чтобы Бог мощно использовал вашу жизнь, чтобы нам увидеть продвижение Евангелия и быть полезным инструментом в руках Бога. Помолимся. Отец, во имя Иисуса я молюсь за каждого зрителя, за всех, кто желает делать для Тебя больше. Прошу, убери все преграды, сотри в их разуме всю ложь
навязанную врагом. Я разрушаю всякие твердыни в вашем разуме во имя Иисуса. Господь, мы провозглашаем, что Твой народ свободен, чтобы служить Тебе. Свободен, чтобы двигаться вперед. Во имя Иисуса я провозглашаю, что вы очень ценны для Бога. Отец, я разрушаю всякую болезнь и немощь в теле этих людей. Болезнь, я проклинаю тебя во имя Иисуса. Отец, пусть твой народ будет здоров и полон сил, чтобы служить тебе и исполнять твои цели на этой земле. Я молюсь в могущественное имя Иисуса о славной церкви, которая поднимается в наше время. Аминь. Пусть вас Бог благословит. Оставайтесь на связи с нами в социальных сетях и на Ютубе. Благословений и до встречи в следующий раз.